Камский индустриальный гигант, выпускающий большегрузные автомобили. Выполняя решение 26-го съезда партии, коллектив постоянно совершенствует технологию, вводит в строй автоматические линии, исключающие ручной труд. Недавно здесь пущен на полную мощность цех точного литья деталей автомашин. Карусельные автоматы с электронным управлением готовят из искусственного воска модели будущих деталей. Для ускорения обработки восковые модели собирают в блоки. Блоки формуются, покрываются песком, смешанным со связующим материалом. В сушильной камере воск вытапливается, а оболочка твердеет. Образуется готовая керамическая форма, точно соответствующая восковой модели. Затем специальные автоматы заливают в керамические блоки металл. Теперь остается лишь сбросить керамическую корку и разобрать блоки. Литье по выплавляемым моделям не новинка, но замена ручного труда в литейном производстве дается нелегко. На новой линии весь процесс автоматизирован. Большинство деталей не требуют дополнительной обработки. Их сразу можно использовать в сборке. В результате огромная экономия металла и труда. А это значит больше КАМАЗов, современных машин, которых с нетерпением ждут на стройках пятилетки.